Видео для Григория. 18 июля. В Москву поедет Акрейсинг. Акрейсинг Макс. Кресло без ограничений по сиденью. Смотрите, какое ровное сиденье. Максимальная полезная площадь сиденья. 100%. Никаких внутри конструкций нет, которые будут впиваться вам в пятую точку. Вот кресло с объемом тела 100+. Конструкция до 130-140 кг. Мягкая кожа. Две подушки в комплекте. Угол наклона спинки 180 градусов кладется горизонтально. 4 для подлокотнички. Профессиональное кресло. Крепко, надежно. Рабочая лошадка. Мультиблок. Все. Газлифт. Пятилучья. Дюраль алюминиевая литое. Все это крепко. До 140 кг свои нагрузки вам спокойно все выносит. Все новое, все запечатанное. Открываться будет первый раз. Мы сейчас через паузу надо все это дело снять и вскрываем. Вот у нас еще вот такое чудо появилось. Я думаю, это что-то уже с новых технологий. Это принтеры, это полиуретановые сетки. Что такое? Видите, какой каркас у нее. Точки опоры. Главное знать, где поставить. Вот такое вот чудо. Ну, это как офисное кресло. Без регулировки угла наклона спинки. Там, естественно, без вот этих фишек, которые есть на мультиблоке. И угол наклона спинки. Лучшее алюминиевое литье. Видите, все положено. Прям сюда его. Значит, можно как-то стащить. Ну, вот такая вот большая спинка. Эко-кожа. Не сидеть по голому торсу, ухаживать. Но самое главное, это пот. Пот разъедает по температуре тела эко-кожи, полиуретан. Поэтому ухаживать раз в 3 месяца, протираем его. Покупаем специальные жидкости. И ухаживаем за полиуретаном. Не надо там водой просто протирать. Надо все-таки купить автоочиститель для полиуретана. И подлокотники тоже протираем. Тогда будет... Говорю, самое главное, в трусах не сидеть, но контакт кожи с эко-кожей уменьшает. Хорошо. Все, я его здесь протяну, еще просмотрю. Подушка есть. Подушка есть. Эту коробку тоже придется вскрыть. Все равно увидеть, что все в комплекте. Вот видите, оп. Выглядит все в комплекте на первый раз. На первый взгляд. Все, ждем оплату. Завтра отгрузим. Если будут какие-то вопросы, да, WhatsApp задавайте, пожалуйста.